Сегодня у нас две пары. Две пары вместе. Вот сейчас как раз они будут заходить на церемонию. Два брата-близнеца и две родные сестры. Сестры-казашки, а братья-белорусы. Очень волнуемся, на самом деле. Для нас это было очень важным событием, потому что разные национальности, в первую очередь разные страны. Но мы нашли друг друга, полюбили и готовы до конца жизни быть вместе. У нас самая лучшая, самая прекрасная работа. Мы работаем со счастьем. Во Дворце гражданских обрядов только регистрируются браки. Мы не расторгаем, мы не регистрируем рождение, мы работаем только с молодоженами. Мы принимаем заявления и ведем их в течение того времени, пока они подали заявление, до тех пор, пока они не поженятся. Мы ведем церемонии, мы обязательно должны быть юристами, мы работаем с документами очень тщательно, очень внимательно все смотрим, особенно если это касается иностранных граждан. Очень много особенностей, поэтому мы работаем и с документами, и с людьми. Иногда приходится быть и психологами, и где-то помирить там в какой-то определенный момент, потому что понятно, что люди нервничают в таких ситуациях. Судьба нас свела. Да. Ну, мы врачи, а ребята милиционеры. Вообще познакомились в больнице, да, вот сначала познакомилась сестра с его Сергеем, братом, а потом да, Сергей познакомил с Венерой, вот так и получилось. Да, и Саша начали уже как-то... Это произошло накануне Нового года. Да. Прилетел вот за мной в Казахстан, забрал оттуда. Ну, пришлось полетать. Мы очень каждый раз надеемся, когда мы видим молодую пару, что это один раз и на всю жизнь. И, конечно, мы, работники ЗАГСа, именно в этот прекрасный, трогательный момент для их родителей, для всех абсолютно их близких и друзей, ну, стоим рядом и хотим бы сделать этот момент по-настоящему незабываемым. Абсолютно, чтобы они этот трогательный момент, момент рождения своей семьи, запомнили один раз и навсегда. Конечно, когда распахивается дверь в торжественный зал, перед нашим лицом, перед лицом работника ЗАГСа, представляются абсолютно незнакомые нам люди, да, и, конечно, к разным курьезам сложно быть готовым. Самое главное как-то, ну, и уметь правильно из этого какого-то курьеза выйти. Нет, сразу говорю, меня не говорили. У нас первый вопрос, говорили ли вам у вас когда-нибудь нет. Нет. Я всегда, если заходит такая небольшая шутка, я говорю, отдел ЗАГСа – это единственное место, где нет, никогда нельзя произносить, потому что, ну, не пройдет.